Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, значит, вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Эфиопию, сетевая партия в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же ссылка на весь стрим с этой партии, который доступна для спонсоров канала. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ух ты ж, блин. Обидненько. Так, а что там у этой арома? Не получает штрафа за перемещение по холмам. Это все? Ну, я катапульты убью. Так, а еще два этих я лучше на... Не, в лалибеле. В лалибеле надо точно качать стены. И в каком-нибудь прибрежном городе. А только слоновая кость не работает, правда, поэтому спасибо за предложение. Ну, в этом, в конгрессе. Выбранный ресурс не влияет на довольство, слоновая кость. Ну и зачем ты мне ее предлагаешь, думаешь, я ни хрена не помню, да, что происходит в игре. Кардифф. Кардифф хорош для морской цивилизации, ну, собственно, как и Окленд. У меня только два юнита на море, два города на море. Что там 7 мая, я думаю, я что-то не понимаю. Он вообще в Союзы собирается выходить? О, наконец-то. Эти экономические мы предложим. Так, способности лидера. Бонус к науке и культуре в размере 15% от производства веры в городах, построенных на холмах. Юниты получают плюс 4 к боевой мощи на холмах. Международные торговые пути Эфиопии дают 0,5 веры за каждый ресурс в исходном пункте. Улучшенные ресурсы дают веру за каждую копию, имеющуюся у города. За веру можно покупать археологические музеи и археологов. Еще минус, что ли? Арбалетчик, ни хрена себе он мне. Рыцарем там все. Знаете, есть мама меня фура убила, а тут мама меня рыцарь убил. Ох, мы сейчас... Так, он... 500 за... это на стандартной скорости, то есть сейчас он даст 750 науки. Что нам тут хочется открыть? Ну вот книгопечатание ускоренное, кстати, порох, ну, астрономию. Две верфи. Можно, наверное, в литье прямо вот так. Книгопечатание, астрономия просто открыта. Так, торговца. Трех послов в выбранном городе-государстве. Так, а у нас угля нету. Нет, есть, слава богу. Так, надо тогда здесь плюс 2. Вот это общественные эти. И понеслась покупать каждый ход строителей. Кстати, можно, наверное, и поселенца купить.
Вот здесь надо города поставить еще, хоть там и нету холмов. Почему нет? Так, зал для приемов. Занзибар, Аютхая. Вообще, я, наверное, в Митлу хочу. Хочу в Митлу. Тогда надо сюда перебросить. Под Содда еще есть уголь. Слепой, что ли? Где? Под Содда. Где? Ладно, проще сделаем. Вот, у Альды, вот где уголь. А под Содда, это имеешь в виду? Но это мы вряд ли можем взять. Этот рыцарь мне не очень нравится. Скачущий куда-то вдали, волосы назад у него. Ну, сюда поставлю. Хотя вот, наверное, есть холмы. Наверное, все, надо на камень. Тут акведук сделаем. Мокшу в Лалибелу, чтобы на американские города влиял. Так, ну и Виктора можно как раз в Ольде. Во название, да? Да, есть мод. Есть же сборник модов от меня. Сходите, посмотрите. Блин. Где нам тут лучше фабрику строить? Не забываем покупать в Гундере строителей. Так, еще одного... Еще один караван. Так, только надо не забыть отправить его, наконец, в Уолды. Литье открыли. Давайте, наверное, в баллистику выйдем, потому что я тоже не скоро там форты построю. Блин, я уже отправил... Как этого зовут? Срул.
А, там рабочий. О. Дипломатическую службу. Канди выполнили, Маскат выполнили. Дипломатическую службу открыли. Что-нибудь... Наверное, пока не будем ничего ставить. Давайте просвещение откроем. Так, мы можем, кстати, на тропических лесах уже лесопилки ставить. Все пропустили этого ученого. Ну и я буду, я лучше вот этого торговца куплю. Или даже вон инженера. Кстати, я могу и торговца, и инженера купить. Могу, конечно, караван разграбить, но пока хочу вылечить. Хотя сейчас караван куда-то вот сюда пойдет. Я не понял все-таки смысла на меня нападения для... Так, вообще тут надо, наверное, рабочего. Надо шпиона строить, а рабочего куплю. А, у нас же там рабочие. Нет, тогда так поведем. Все-таки со сколькими? С шестью, да? С шестью. Шесть зарядов. Алёшка. Жеужик Подаван 10 долларов прислал. Спасибо. Только присоединился. Надеюсь, на этом стриме народ тебя порадует донатами или хотя бы лайками. Всем чумовой пятницы. Ну, пока только второй донат. Не знаю. Но спасибо, Жеужик Подаван. Блин, вот тварь, когда в обход куда-то валит. Просто вот, что против компьютера неприятно, он тупо знает, где твои юниты. Так, я в этот, в Уолды я хотел послать. Через Канди? Да ё-моё. Наверное, в Уолды надо купить рабочего, чтобы... И, ну и уголь, кстати, купить сразу. Блин, один ход. Один ход оставалось, я уже... Нажми на кнопку, получишь результат, твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, ну что же ты не рад? Йоханнесбург и руинка. Так, тут маяк. Ну, кампус... Вот тут надо будет еще кампус, наверное. Давайте пока верфь строим. Так, мы еще... Раз... А, вон мы Византию встретили. 157... Вот смотрите, Византия у нас главный соперник, походу. И еще одну цивилизацию не встретили, но там компьютер. Почему играют тайные общества? Но мне, честно говоря, не нравится, потому что это немного меняет дух игры. Какая-то... Если бы там реальные такие тайные общества были, типа масоны, там масонские ложи, хотя там какие-то волшебные. Какой-то фэнтези начинается. Так, фабрику. Рейну, наверное, в Харер. Ну, можно, кстати, до 6 добить. Да, блин.
Тут, пожалуй... Пожалуй, пока не меняю. Куда рыцарь убежал в итоге? Наверное, Эдхайо его убило. И в Митле 6. Американец мне предлагает 30 дипломатического капитала за селитру. Зачем? Мне это зачем? Сколько у соперников городов? У Византии 7. Кстати, он захватил... А, вон Корея еще одна. Ага, значит и Корея ливнула, потому что его... Ну, короче, все, кто ливнул, это их захватывали, походу. Так, слушайте, хочу вот этого торговца, наверное, все-таки получить. Создает реликвию. Но мне реликвии и так должны... Блин, я всего лишь одно чудо природы нашел, правильно я понимаю, до сих пор? Да, блин. Рара ему, да? Да, но это 5, это 1, 2, 3... А, подождите, где-то еще должно быть... Маттерхорн. А мне за него дали? Мне за него не дали. А как это? Как это? Что-то я не помню, чтобы я его находил. Нечестно. Так, а где мы тут решили? А, вот тут надо вырубить. Читаем гранты. Надо каравеллы на автомат поставить, не успеваю. Кого убили? Да ладно. Конченые варвары, блин.
Так, значит, в Лалибеллу, в Мекеле и в Харер. Давайте вот в этот город отправим. Горе. Луковое. Так, вообще давайте эту клетку Гондору передадим. Почти успел походить. А, я же хотел на автомат. А, сначала кругосветку. Ну, вообще, да. 7 ходов до следующей эпохи. Ну, я вот это именно на кругосветку, а другую можно на автомат поставить. Это тут не пролезет никуда. Угольную. Потерплю подбауха на сердце. О, Дрист, $10. По классике Happy Friday. И на мяту животина пусть спит. Улыбка. Ну, животина не спит, животина на кухне клянчит еду. Да, я прав? Угу. Вот она. Животина сама пришла. Как чувствуете? Животинку покажем. Заработал. $10 заработал. Хватит на еду. Как раз $35 или 37, сколько там паштетика мы ему купили. Мяу. Все, отработал лаве. Я сейчас Амани в Митлу назначу. Попробуем перекупить. Да, он сказал спасибо. Вы слышали, он такой мяу, но это спасибо было. Да, так это надо добавить, кстати, в котиковую копилку. Египет зачем-то... Ну, точнее, я знаю, зачем
Дружба с американцем. Ну, в принципе, да, я не собираюсь на него нападать в ближайшее время. Нам надо два корпуса, как минимум... Ой, три. Как минимум три корпуса сделать. Блин, я не вижу... Кстати, мне бы города Египта вообще увидеть и к нему шпиона отправить. Нейтрализовать Пингалу в Адис-Абебе. Но это только Нидерланды, кстати, могли. Потому что американец не видел Адис-Абебу, например. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Блин, там 200 науки уже у Византии. Хорош, хорош. Я не понял, а это что за... Это платная подписка на Твиче, что ли? Это редко у меня такое бывает, ну спасибо. Я поэтому не знаю, что это за песенка была у меня. Так, а тут, кстати, можно вырубать, я думаю. Хотя тут священки мы тоже можем поставить. Тут и тут от Гондора. Нет, наверное, не вырубаем тогда. Первая в мире кругосветка. 5 ходов и 6 очков. Так, что мы можем сделать? Чудо какое-нибудь.
Храм Махабодхи 5. Ну а смысл мне в храме Махабодхи? Не знаю, пускай за Майя проголосую и... А, ну конечно снижено за веру. Ну, нам надо 2-3 бушета в любом случае. Кстати, мы уже открыли бомбарды, но не можем их покупать, потому что селитры у нас нету. Поэтому доступны 3 бушета. Пока есть такая возможность. Нам, видите, разграбили селитру. Кстати, надо было рабочего купить. И вот тут еще обработать селитру. Пока есть возможность, 3 бушета покупаем, чтобы получить бонусы. Так, а Рома у нас в кавалерию апаются, да? Угу. О, снижено за веру, зашибись. Осадную тактику открыли. Ну, тут надо в военную науку идти. Я бы даже, наверное, вот прям так шел, а не в химию. Там, наверное, хотя Византия в химию, скорее всего, спасибо. Не знаю, нам надо просто Нидерланды захватить. Рабочего здесь купим. Так, тут надо вырубить. Нет, я не ставил на чуде заповедник. И не думаю, что буду, хотя... Конечно, идея хорошая, но, блин, не понимаю пока где. И времени не будет подумать. Блин, что-то дофига вообще ходить. Так, город с населением 15 у меня вполне может быть. Да, еще эти всадники Арома сами по себе за разграбление 15 веры.
Я думаю, мы этого инженера пропустим. А вот этого ученого надо взять, блин. Три хода, шесть очков. А, мне надо еще последнюю эту найти, по-моему, нет? 29 вход, ну, пускай, ладно. Еще где-то последняя цивилизация не найдена. За это что же очки дадут? 143, 200 науки у Византии. Или, может, зря я сюда... Ну, блин, военную науку мне точно надо открыть, а вот дальше, наверное, все-таки стоит в лабы пойти. Культурную. Да не думаю. У меня туризма мало. Один ход в метлу. Так, я даже, наверное, вот так сделаю, чтобы, как она прибудет, сразу было, что мы союзники. Одна вера. Ну, кстати, можно было тогда не обрабатывать, я думаю. Лучше рудник, наверное, стоило.
Нет, это здание в Правительственной площади. Часовня Великого Магистра в Правительственной площади позволяет покупать юниты за веру. Ну, военные, военные. А если гражданские, то это Золотой век, монументальность. Блин, походу не выйду. Так, сколько ходов осталось? Один. Это еще следующим ходом будет век, или уже надо следующим ходом, или этим уже надо быть там? То есть мне 6 очков надо. Я могу нанять это одно очко. Ну, вряд ли получится, нет? Кого убили-то? А, вот тут убили Арома. Вообще, на холмах, конечно, им надо стоять, а не вот так. С холмов тут бонус. Я пропущу этого инженера. Не выходим мы в золотой век. Не делал, но мне и инквизиции не хватит. Это 2 очка. 1 очко. Никак. Надо было в темном оставаться. Ну, не знаю. Ты говоришь, как будто это легко вот так не набирать очки. Даже походу походить успею. Ну, видите, я засоюзил Митлу. О, валет-то есть. Кайф. Торговую республику открыть карточку на апгрейд юнитов поставить. Блин, а Византия в золотой век.
карточку для того, чтобы апать юниты. Так, урбанизацию откуда? Так, подождите, я ж могу сейчас поставить карточку. Зачем мне? Да-да-да, так. Скидка. Можно не открывать уже. Две пушки. Раз. А, мне одну убили. Блин, надо пушку купить придется. Блин, я не хочу покупать. Потому что я надеюсь выкупить ученого. Кто меня эту хаю постоянно перекупает? Угу. Американец вложился в эту хаю. Ладно. Ну, походу, не заберем. Он сейчас начитает на него. Блин. Да. Ну да, лабы плюс 4 это круто. Да, инженера, кстати, реально можно купить хороший. Что тут у нас еще? Овца не хочу. Так, ну вот теперь надо покупать линейного пехотинца одного, видимо, следующим ходом, и полевую пушку. Так, а пригороды открыл. Какой там, что там ускоряет? Два пригорода просто. А что там? Что он делает? Взял ученого, даже не увидел, что он делает. Озарение для священной технологии 50. Ну, кстати. Ну, конечно, хуже, чем 4 науки с каждой лаборатории. Четыре, а кавалерия 62. Ну, кирасиры это же будущие танки.
До сих пор последнюю циву. Ну, может, кстати... Магнуса теперь выкинули. Да, блин, это Голландия делает. Тут 100%. Надо уничтожать. Задрало просто. Наверное, даже 2-3 бушета надо будет купить еще. Ну и сделать еще один корпус из бомбард. Ну, это в ОЛД. Флотоводец, бесплатный редкий ресурс. Зашибись. Вон у нас черепахи как раз нету. Так, а это... Мастерские дают 3 культуры. Тоже неплохо. О, потрясающе. Давайте здесь... Или нет? Не, сделаю. Сделаю. Потрясающий престижный пригород. Круто сделать. Так, здесь просто нет. Здесь я хочу военный лагерь. Здесь еще соседство с ППшкой как-то использовать. Тут, наверное, пока не буду... Пригороды ставить. Вильгельмина хочет соскочить.
Наверное, никуда пока не буду отправлять. Хочется еще каких-то научных встретить. Мы же только одну Митл встретили, да? Да. Так, сейчас приду. Так, что мне тут кавалерию сносят? Наверное, подходим уже пехотинцами, пушечкой. Только вот так чисто пока в лесок. А, тут лес. Блин, как-то я странно эту поставил. Блин, мне надо... Так, знаете, как сделаем? Куплю за веру линейного пехотинца. Мне надо просто возможность купить еще трибушет. Нужна. Вот. Объединяем. Ну, ставлю сюда театралочку, ладно. Пора уже. Просто мы можем покупать археологических этих за веру. Археологические штуки всякие. Что у меня канди нифига не работает. Всего лишь одну эту... Одну реликвию. Ну, потому что только два чуда природы найдено, и все. Где чудеса природы? На этом пока все. Продолжение завтра. Напоминаю, что для спонсоров канала весь стрим с этой партией доступен по ссылке в описании. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.